Меня знаете, как зовут? Нет, не знаю. Аскольд Атаджанян. Фамилия Атаджанян. А вы Аскольд. армяне? Аскольд, Моя конечно. фамилия просто Бабаджанян. Аскольд Сигизмундович Бабаджанян. Сможете произнести? Аскольд Аскольд. Сигизмундович Сигизмундович. Бабаджанян. Баба Джанян, Баба Джанян. У нас Баба Джанян, Баба, знаете, это женщина. Баба у вас женщина, а у нас это Джан. Понимаете? А теперь надо вместе сказать. Аскольд Сигизмундович Бабаджанян. Ой, я не могу, это очень сложно. Я знаю. Да. Что У вас делать? отец очень много, походу, имя очень много. У нас, да, конечно. У нас вообще судьба такая. У нас всего очень много. Да, У конечно. меня только один отец, у меня фамилия Улухбек. Улухбек Гульзада. Улухбек, у вас Да. отец один, да. Да. Так у меня тоже один, и просто слов много, понимаешь?